Анонс и точно дата выхода первой и второй серии нового комедийного сериала «Маньячелло». Премьера первой и второй серии сериала состоится 16 августа на телеканале ТНТ. В новых сериях мы увидим, как в далекой деревне Сосновка проживает местный житель, уважающий великих поэтов и писателей. Его предпочтение и увлечение классической литературой можно было назвать похвальным, если бы Шекспир, Булгаков и Достоевский не стали невольными виновниками совершенной серии жестоких убийств. Вспыльчивый и нервный Тимофей намекает следователям на инсценировку преступлений по мотивам известных произведений. Но глупые правоохранители не желают верить в подобное совпадение. Сыщики относят очередное злодеяние в разряд разборок между криминальными группировками или дают определение «смерть на почве бытовой поножовщины». Маньячелло надеется на приезд Ольги, городской сыщицы, углядевшей в серии кадры из знаменитых сценариев. Только самоуверенную девушку торопится отправить домой, а начальство отказывается принимать высказанную странную версию о существовании настоящего маньяка. Напомним, первая и вторая серии сериала выйдут на телеканале ТНТ 16 августа. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, нажмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.